Именно так, дорогие друзья! Так уж суждено было судьбой, что в юбилейном 40-м выпуске программы «Удар» главным боем будет бой за пояс чемпиона независимой федерации рестлинга в тяжелом весе. Бой сразу с тремя участниками. На ваших экранах участник под номером 1. Участник команды Омен, напарник Руди Кримсона, по, собственно говоря, этой самой команде Омен, Сергей Белый, обладатель Кубка Лужников 2015 года. Да, вот он, Сергей Белый, который сейчас очень интенсивно готовится к первым в своей жизни соревнованиям по бодибилдингу. О том, как он тренируется, о его программе и о том, что он использует в своих тренировках, вы можете почитать в его социальных сетях, на его страницах в социальных сетях, если уж быть более корректным. Ну и теперь представляем претендента номер 2. Ветеран независимой федерации рестлинга, который с 2003 года борется на ринге НФР. Был у него, конечно, несколько лет, когда он из НФР уходил, покидал он независимую федерацию рестлинга, но в итоге вернулся в свой альма-матер. И сейчас в очередной раз будет драться за пояс чемпиона в тяжелом весе. И как знать, может быть, это очередная его попытка будет успешна. Посмотрите, посмотрите на лицо Сергея Белого. Абсолютно ноль эмоций. Никаких эмоций. Холодное сердце, холодный ум. Все мысли только о бое. Я не вижу, конечно, лица Владимира Кулакова под этой маской, но не сомневаюсь, что точно такой же, как сосредоточенный, как у Сергея Белого. Ну и встречайте, дорогие друзья, чемпион, который будет сегодня в этом матче свой титул защищать, шестикратный чемпион независимой федерации рестлинга, бывший командный чемпион, народный чемпион Антон Дерябин. Дрался он в свое время и против Сергея Белого, и против Владимира Кулакова. Все прекрасно помним матч Антона против Владимира в Домодедово. Чемпион против чемпиона. Владимир Кулаков был тогда хардкорным чемпионом НФР. Кстати, он ушел тогда из независимой федерации рестлинга непобежденным хардкорным чемпионом. Этот пояс хардкорный, который потом был упразднен, находится у Владимира Кулакова на вечном хранении. Да, бой тогда закончился в ничью. Конечно, столы, стулья, все в том матче разлеталось просто в щепки по ринку, по зрительному залу. Но этот бой не хардкорный, хотя поскольку количество участников в этом матче более чем двое, правил нет. Но надеемся, что все будет в рамках приличия, раз уж бой как хардкорный не заявлен, то надеемся, что рестлеры воздержатся от использования посторонних предметов, всяких грязных запрещенных приемов, тем более, что и Антон, и Сергей Белый, и Владимир Кулаков зарекомендовали себя как честные, правильные борцы. Так что пока я вот за нарушение правил особо не переживаю. Нельзя не отметить, что
фанаты независимой федерации рестлинга, конечно, безусловно, любят каждого из этих бойцов. Поэтому сегодня фанаты будут болеть за хороший рестлинг. Встречайте первым претендент, рост 186 сантиметров, вес 90 килограмм, участник команды Омен, Сергей! И встречайте, третий участник этого матча, действующий чемпион независимой федерации рестлинга в тяжелом весе, защищающий сегодня свой титул. Рост 192 сантиметра, вес 120 килограмм. Народный чемпион! Итак, дорогие друзья, участники матча официально представлены. Я, конечно, вкратце рассказал об их титулах, но если уж быть совсем подробным, то Сергей Белый не только обладатель Кубка Лужников 2015 года, он еще признан был лучшим дебютантом 2013 года, чемпион по грэпплингу и чемпион в парных боях. Был вместе с Максимом Кремневым. Антон Дерябин, шестикратный чемпион независимой федерации рестлинга, обладатель Кубка чемпион Москвы и двукратный чемпион НФР в парных боях в команде со Славой Нескубиным. Ну и Владимир Кулаков у нас был межрегиональным чемпионом. Этот титул также был когда-то в независимой федерации рестлинга, потом был упразднен. Пятикратный чемпион в хардкор-матчах, первый хардкор-чемпион в истории НФР, а также кандидат мастера спорта по русскому жиму, мастер спорта по жиму лежа по версии WPA, победитель Кубка России WPA в категории 90 килограмм и имеет, так же как и Антон Дерябин и Сергей Белый, опыт выступления за границей, в опыт боев против иностранных рестлеров. В общем, все подобрались, говорится, то, что надо, все как на подбор. Сними, дядька, чертфлор. Цитирую Александра Сергеевича Пушкина, который наше все. А бой между тем, как очень красивенько и ударно начался. На ринге остались Владимир Кулаков и Сергей Белый. Антон Дерябин сейчас приходит в себя уже за рингом, потому что ему досталось довольно-таки неплохо. Да, знак уважения. Без этого в спорте никуда. Сразу же, посмотрите, Владимир Кулаков как набрасывается-то на Сергея Белого. Пытается прижать лопатки к рингу, но нет, быстро-быстро очень работает. И Владимир Кулаков, и Сергей Белый тут же среверсировал. Ну вот, вот он.
Вот она школа рестлинга, вот он многолетний опыт рестлинга, вот он чемпион по грэпплингу. Пытается и весьма успешно Владимир Кулаков из этого захвата вылезти, у него это получается, и слипер, точнее не слипер, точнее хедлок, заброс! Промах, подхватывает тут же Владимир Кулаков, и шолдер-блоком его сносит Сергей Белый. Антон Герябин пришел в себя, но он по-прежнему за рингом. Как-то возвращаться на ринг он не торопится. Продолжают один на один выяснять отношения Владимир Кулаков и Сергей Белый. Запуск, реверсирует Сергей. И посмотрите! Владимир Кулаков вылетает за ринг прямо на Антона Герябина. На ринге остается один Сергей Белый. Разбег! Но на ринге не остается больше никого, потому что Сергей Белый только что прибил полу Владимира Кулакова этим суицидальным прыжком. Инициатива в матче пока полностью в руках Сергея Белого. Антон Дерябин наконец-то на ринге, один на один он против Сергея Белого. Какой обидный промах, и тут же Антон Дерябин подхватывает и проводит Белому бэкдроп. Ну да, здесь был всего один, даже не два, поэтому непонятно, почему Антон Дерябин начинает спорить с судьей, что неплохо бы быстро до трех было отсчитать. Бигбутище просто нереальный какой-то сейчас получает Сергей Белый от Антона Дерябина. Владимир Кулаков еще вне ринга. Антон Дерябин, сплэш, 120 килограмм. Раз, два. Вырывается Сергей Белый. Разбег! И посмотрите, Владимир Кулаков из ниоткуда хватает за ноги Антона Дерябина. И вот так вот возвращает себя в этот бой. И предлагает Сергею Белому вдвоем разобраться с народным чемпионом. Двойной клоузлайн не получается. Посмотрите, отталкивает Дерябин Белого прямо в Кулакова и тут же раздает клоузлайны налево и направо. Скуп-слэм! И еще один скуп-слэм! Теперь инициатива в матче полностью в руках народного чемпиона. Напоминаю, что чемпионский пояс на кону стоит в этом матче. Это главный бой 96-й опасной зоны. Сзади нападает на Антона Дерябина Сергей Белый. И вдвоем пытаются они провести суплекс Антону Дерябину. Со второго раза тоже не получается. А вот Антон Дерябин пересиливает их и сходу проводит суплекс. И Белому, и Владимиру Кулакову. Зрители болеют за всех. Я говорил уже в начале выпуска, ну, в начале этого матча, что безумно любят зрители и Белого, и Дерябина, и Кулакова. Поэтому долго-долго сейчас выцеливал Антон Дерябин Сергея Белого. И последний, конечно, локоть в челюсть прилетел прямо от души. Запуск! Шолдерблок! Да, все что угодно сейчас творит Антон Дерябин Сергеем Белым. Вот да и до Владимира Кулакова очередь дошла. Обратный переброс, да. Ринг сейчас полностью принадлежит народному чемпиону.
Вот здесь, правда, промахнулся он, но тут же промахнулся и Кулаков. Попытка бэкдропа. Ох, какой хороший удар ногой. Посмотрите, какой клоузлайн. Владимир Кулаков с ростом 170 сантиметров сейчас вырубает Антона Дерябина ростом 192, но тут же получает суперкик от Сергея Белого. Раз, два. Прерывает это удержание Антон Дерябин. Вот посмотрите на Владимира Кулакова. Казалось бы, на отличный даблстомп. И с разбегу в грудь ногой получает народный чемпион от Белого. Вот казалось бы, разница. Ох, Владимир Кулаков так прерывает это удержание сейчас. Самолетом приземлился он на Сергея Белого. Суперкик, живот. Отличная комбо. Да, конечно, ударная техника у всех трех просто превосходная. Бэкдроп не получился. И неужели немецкий Владимир Кулаков проведет Сергею Белому? Нет, не получилось, к сожалению, у Кулакова. А вот у Белого прекрасно суплекс-то получился. Так, что-то задумал опять Сергей Белый. А, судя по всему, метеора. Да, коронный прием метеора. Выцеливает он Владимира Кулакова. И, ох, какой обидный промах. И тут же belly to belly overhead suplex. Промахнулся и сразу же попал на Антона Дерябина. Ох, как разошелся это Владимир Кулаков. Коленом в челюсть с разбега получает Антон Дерябин. Попытка провести немецкий суплекс Белому, тот реверсирует. И да, все-таки со второго раза получается немецкий у Владимира Кулакова. И Белому коленом в голову с разбега. Прерывает это удержание Антон Дерябин. Бигбут, блок колена и клоузлайн с разворота. Любимая комбо Антона Дерябина попадает точно в цель. Раз, два. Почти, но нет. Силу Владимира Кулакова еще хватает, чтобы вырваться из задержания. Правда, сил, чтобы подняться, уже практически нет. Все втроем лежат на ринге. Ждем, когда кто первый поднимется. Как говорится, кто первый встал, того и тапки. В данном случае, кто первый встал, того и преимущество. Судья продолжает отсчет, как бы не было дисквалификации. Причем всех трех сразу. Да, все, Антон Дерябин на ногах. Белый тоже на ногах, Кулаков еле-еле поднимается, вот только сейчас. Вот это удар локтем, если бы не канаты, сейчас в стену бы улетел Сергей Белый. И суперкик, и по инерции DDT проводит Антон Дерябин Кулакову. Молодец, молодец сейчас. Сергей Белый очень хорошо сообразил, что нужно делать. Антон Дерябин все еще на ногах. Суперкик в челюсть. Все, падает народный чемпион. Надо только удержать. Что и делает Белый. Раз, два. Вырывается народный чемпион. Ну, пусть, ну, видимо, сейчас попробует. А нет, решил не удерживать Владимира Кулакова Сергей Белый. Ну что ж, его право. Это он выбирает стратегию на матч. Не я и не вы. Ногой с разбега. И еще разочек. Что, еще раз метеора?
Да, Сергей Белый хочет еще раз попытаться провести метеору Владимиру Кулакову. Итак, Сергей Белый уже на третьем канате. Получится или нет? Метеора! Со второго раза получается удержание. Раз, два. Самый последний момент. Антон Дерябин прорывает удержание. Я больше чем уверен, что Владимир Кулаков сам бы не вырвался. Его заблокировал Белый. Что ему никуда вырваться было просто нереально. Попытка бэкдропа реверсирует Сергей Белый. Что, неужели немецкий? Нет, сзади на Белого нападает Владимир Кулаков. И... Это, ребята, давайте смотрим повтор. Вот так гармошечка. Двойной немецкий суплекс. Тяжелее всего сейчас пришлось Владимиру Кулакову, потому что он не только Белого, но еще и Антона Дерябина на себе суплексировал. Но вот так вот, смотрите, Дерябин килограмм 120. Да, и сколько у нас там Сергей Белый? Где-то около тоже 95, вот так вот. Ну и нормально, да. Владимир Кулаков сейчас просто как терминатор. Воткнул всех. Отличный фулл Нельсон суплекс от Владимира Кулакова. И дропкик Дерябину. Это же как у него башка сейчас не отлетела, я не знаю. Разбег! Дропкик челюсть Белому. Как у Антона Дерябина сейчас не отлетела голова, я просто не знаю. Но она у него не только не отлетела, но и быстро сообразила, что нужно делать дальше. В самый последний момент прервал вот это удержание. Бомба с разворота. Раз, два, вырывается Владимир Кулаков. Дорогие друзья, напоминаю, главный бой 96-й опасной зоны. Главный бой 40-го юбилейного выпуска программы «Удар». Фронт-слэм. Раз, два. За самый последний момент, за третий канат, за нижний канат. Что им хочется назвать его третьим? Нет. Третий, который верхний. Третий, который верхний. Ухватился за этот канат, как канат там за спасительную соломку сейчас Сергей Белый. Бой продолжается, правда, Белый в ауте. И разбираются между собой народный чемпион и непобедимый хардкорный чемпион. Непобежденный, точнее, хардкорный чемпион. И суперплекс проводит Антон Дерябин Владимиру Кулакову. Сумасшедший бой. Напоминаю, что главный титул НФР на кону. Раз, два... Да, Владимир Кулаков творит... Вот давайте посмотрим повтор суперплекса этого. Владимир Кулаков, конечно, творит чудеса выносливости. Вырвался он из удержания. Белый по-прежнему не может прийти в себя, только вот с помощью Антона Дерябина он хоть как-то встает на ноги. Так, что задумал Дерябин на этот раз? Да неужели? Супер! Бэкдроп с третьего каната! Попытка удержания! Раз! Да, ну все, тут даже нога на канатах, все понятно. Раз, два! Теперь чудеса выносливости показывает Сергей Белый. Ну да, то, что у него, конечно, лежала нога на канатах вот так по инерции. И то, что Антону Дерябину пришлось потратить время на то, чтобы эту ногу переложить. Вот эти вот несколько секунд дали возможность, конечно, Сергею Белому набраться пусть немного сил, но этого хватило, чтобы вырваться. И чтобы мы с вами, дорогие друзья, продолжали наслаждаться этим суперматчем.
снова за Владимира Кулакова принялся Антон Дерябин. Попытка карусель удачи! Коронный прием Антона Дерябина! Карусель удачи! Раз! Два! Мама дорогая! Владимир Кулаков вырывается после карусели удачи! Из удержания после карусели удачи! Что-то невероятное! Белый бежит на Дерябина, тоже получает карусель удачи! И тут же суперкик от Владимира Кулакова прилетает в грудь Антону Дерябину. Кулаков уже на третьем канате! Даблстом! Раз! Два! И как был близок сейчас Владимир Кулаков к победе, но нет, да, вот досада, конечно. Сейчас у Владимира Кулакова не получается прием у Сергея Белогарпун! Давно мы не видели этого приема в исполнении Владимира Кулакова. Раз, два! Вот это да, Сергей Белый вырывается после того, как Владимир Кулаков ему свой гарпун провел. Владимир Кулаков! Суперкик Антону Дерябину! Сергей Белый валяется там в углу в ауте. Себя прийти не может. И очередной даблстом с третьего каната. Раз, два, три! Ха-ха! Три! Дорогие друзья, Владимир Кулаков становится новым чемпионом независимой федерации рестлинга в тяжелом весе. 13 лет! 13 долгих лет! С момента своего появления в независимой федерации рестлинга Владимир Кулаков пытался стать чемпионом. И вот только спустя 13 лет Владимир Кулаков становится чемпионом независимой федерации рестлинга в тяжелом весе. Да, я, извините, дорогие друзья, сейчас начинаю хрипеть. Я, конечно, голос сорвался просто к чертовой матери. Да мне плевать, потому что когда я комментирую такой первоклассный рестлинг, не, вы знаете, ни сил, ни голоса не жалко. Владимир Кулаков! Новый чемпион независимой федерации рестлинга в тяжелом весе. 13 лет! 13 лет Кулаков шел к этому поясу, и вот, наконец, несчастливое для многих число стало счастливым для Кулакова. Да. Покажите лица Антона Дерябина и Сергея Белого. Тут все понятно без слов. Знаете, я иногда думаю, вот есть же всемирно известные рестлинг-эксперты, рестлинг-обозреватели. Вот тот же, например, Дэйв Мельц. Вот почему, например, он никогда не делает, не ставит оценки матчам по рестлингу в Америке, в Японии? Почему он никогда не ставит оценки матчам независимой федерации рестлинга или NSW? Я больше чем уверен, что вот этот бой, это, ребята, бой на 5 матчей звезд. Это бой на 5 звезд. И каждый из этих трех борцов безумно талантливый, безумно первоклассный. Ну, это уважение здесь. Я много раз говорил, без этого никуда. Почему эти и многие другие российские рестлеры обделены мировыми экспертами, мировым вниманием. Ребята, бой на 5 звезд. Эти трое одни из самых первоклассных рестлеров в России. Я не говорю самый первоклассный, потому что первоклассных больше. Но конкретно вот эти трое входят в список мой личный. Да, может быть, я буду сейчас не объективен. Мой личный список лучших в России СНГ в этом бизнесе, в этом спорте. Да, видна, конечно, достаточно Антона Дерябина, но и понятно. Ну что ж, желаем дальнейших успехов Антону Дерябину, хотя шестикратный чемпион СССР куда уж больше.
Желаем удачи Сергею Белому не только на ринге НФР, но и его соревнованиях по бодибилдингу. Напоминаю, что тот кап он готовится к этим соревнованиям, о его программе в зале, о его программе питания, о том, какое спортивное питание, какие аминокислоты он использует в подготовке. Вы можете узнать на его страницах в соцсетях. И вот так вот экспресс-автограф от Владимира Кулакова фанатов. Прямо на ринге, прямо после боя. Встречайте, вот он, новый чемпион независимой федерации рестлинга в тяжелом весе.